Первый раз гитару я увидел у своего дяди. Вот. У него их было целых две. Была гитара, на которой играл он. Вот, хорошая гитара, болгарская. И была еще гитара ленинградская, такая переделанная с семиструнку. Она очень плохо строила, струны были вот так вот. И тем не менее он мне дал ее, чтобы я занимался, я прижимал эти аккорды, прижимал до боли в пальцах. Все это было очень тяжело, но я не оставлял свою мечту стать гитаристом, потому что мне казалось, что гитарист — это очень круто. Потом папа принес пластинку Beatles под названием «Вечер трудного дня». Мне доставляло большое удовольствие доставать из конверта эту пластинку, открывать крышку проигрывателя, ставить ее, заводить 36-ю скорость и ставить иглу, слышать легкое потрескивание. И потом оттуда раздавались всякие звуки, и они для меня сливались в какое-то одно целое. Я не понимал, звучит ли это гитара, звучит ли это бас-гитара. Я тогда в этом всем не разбирался, но мне очень нравилось это звучание. И однажды мы отдыхали на базе отдыха, и туда приехал ансамбль. У музыкантов были такие необычные, как мне казалось, очень маленькие гитары, которые не имели акустического такого корпуса. Помню, я такой стоял, завороженный, смотрел, как эти дядьки играют на музыкальных инструментах, и звучание, в принципе, практически было идентичное тому, которое мне нравилось. И тогда я загорелся электрогитарой, но понимал, что нигде ни у моих друзей, ни знакомых, ни у кого этой электрогитары нет. И были электрогитары только в доме быта. Я часто подговаривал своего папу, чтобы сходить в этот дом быта и посмотреть на гитары, которые там стояли в витринах. Вот, они выглядели совершенно космически. Вот, не так, как гитары, которые были у меня дома. И я стоял на них, смотрел подолгу и думал о том, что неплохо было бы, если бы у меня была такая гитара. Когда-то на Новый год мне подарили каких-то денег, и мы с моим одноклассником пошли и купили, даже не помню у кого, первую мою электрогитару. Это было такое событие в моей жизни, просто невероятное. Мы принесли ее домой, подключили к тому же бобинному магнитофону при помощи пятиштрикового шнура, и, о чудо, она зазвучала. И мощность звукоснимателей позволяла перегрузить мой любимый магнитофон «Маяк» ровно настолько, чтобы получить вот искаженный такой фузовый звук. И я понял, что все, пути назад нету, я буду топтать эту дорогу. Буквально в течение ближайшего месяца мы с моими друзьями собрали группу и начали репетировать, естественно, петь песни. И даже у нас было несколько выступлений в школе и на танцах. За годы работы в музыкальной сфере я познакомился с большим количеством замечательных людей, среди которых также были мастера по гитарам. Я приходил к ним в мастерские и наблюдал чарующую картину, когда из куска дерева, из доски рождается музыкальный инструмент. Мне это было очень интересно, мне нравилось так проводить рукой по доске, вот, ощущать вот эту структуру дерева и вот, наблюдать за магией рождения нового инструмента. Постепенно я пришел к мысли о создании национального производителя гитар, ведь так здорово, если украинские музыканты будут играть на украинских гитарах, которые будут соответствовать их пожеланиям, которые будут хорошие по качеству, которые будут доступные по цене. И вот с этой идеей я начал гитарное производство.
том, что у Сереги Семенова что-то не в порядке с головой, я давно догадался. Мы же знакомы не один год. Уже до такой степени. Ну, я в него верил, как в тупой, что тупей. Но он превзошел все мои ожидания. Серега начал чаще говорить о том, что будет гитарное производство, гитары, инструменты. Я, честно говоря, думал, что мой друг, ну, сошел с ума, а тут досошел уже, знаешь, пирожок дозрел и все. Вот. Но зная, что пока что до этого момента все, что Семенов планировал, как-то получалось, да, там, поработал, делал. У него гитарный магазин, гитарная мастерская, студия звукозаписи и мастерская, в которой делали укулеле. И потом появился первая гитара. Всю технологию пришлось добывать самостоятельно, потому что отдельные мастера, которые производили гитары по индивидуальным заказам, каждый раз гитару делали по-новому и тратили на это достаточно много времени и сил. Наша же идея о создании доступных гитар, она требовала некоторой унификации, некоторой стандартизации операций и немножко другого технологического процесса. Весь путь становления гитарного производства был достаточно долгим. В гитаре самое главное, наверное, отклик инструмента в первую очередь. Потому что есть инструменты, которые звучат круто, но они не вызывают отклика, когда ты играешь на него, вот, у музыкантов снова. И вот отдача от инструмента, когда ты играешь, ты понимаешь, что это мое. А мы влюбляемся друг в друга. У меня не бывает так, что я просто пришел и купил гитару, которая мне нужна по каким-то техническим характеристикам. Любая вещь, которая меня окружает, автомобили, мотоциклы, гитары, это все должно иметь какой-то характер. Очень важна эргономика. Мне очень важно, чтобы инструмент был удобным. Потому что какое бы ни было качество древесины, как бы ни была она отделана красиво, если на ней неудобно играть, это трудно назвать инструментом. Это произведение искусства, все что угодно, но вряд ли это инструмент. Хороший инструмент, на нем должно быть удобно играть. Если ты хочешь быть профессиональным музыкантом, ты должен покупать профессиональный инструмент, играть, иметь профессиональный инструмент. Но это не обязательно, что он должен быть дорогой, тем более в современном мире можно найти мастеров, которые делают действительно классные профессиональные инструменты за приемлемые цены. И тебе не нужно платить 75% просто за бренд. Я играл на гитаре Woodstock на концерте, и впечатления какие. Когда я впервые взял в магазине в руки, в гитар-хаусе, мы привезли ее на базу, попробовали перед концертом, и провели две репетиции. Ребята даже говорят, можно даже метал на ней играть. Вот, насколько она яркая, пронзительная, и звук, ну, характерный телекастеровский. Но по удобству вот, показатель — это концерт. Никаких проблем вообще не было. Было все идеально, ровно, как будто я на ней играл. Постоянно. Ну, собственно, о гитарах Woodstock я узнал так, что я приходил, ну, приходил в гитарный дом, видел их там. Мы с другом пробовали некоторые, ну, не бас-гитары, бас-гитар тогда не было, мы пробовали обычные, вот, ну, электрогитары. Нам тогда, они тогда только начинали, но, в принципе, мы, вот я уже тогда понял вот их перспективность. Они, видно, что они качественно сделаны, видно, что они стараются, видно, что они работают над собой. И вот сейчас как-то мы встретились с Сережей, я сказал, а может быть, вы для меня сделаете бас-гитару. Он говорит, не проблема, конечно, не вопрос. Вот, сделали. С инструментами Woodstock я познакомился давным-давно, зная Сергея Семенова, его вот любовь к гитарам и его знания в гитарах и в гитаризме в целом, то захотелось вот попробовать инструменты и вот несколько гитар. Мы слушали, был очень приятно удивлен. Делая гитары, мы понимали, что столкнемся с очень большой проблемой недоверия наших гитаристов по отношению к украинскому продукту. И нам предстояло победить это мнение, нам предстояло доказать то, что гитары, произведенные в Украине, достойны внимания. Они достойны внимания не только начинающих музыкантов, но и профессиональных гитаристов.
Сергею удалось, как говорится, не придумывать велосипед. Просто за счет качества древесины, за счет качества выделки всего, и при этом имея гораздо меньшую цену, ему удалось создать серьезную конкуренцию для известных брендов. Я играл на многих разных инструментах, в том числе вот на модификации Stratocaster. Вот, если говорить, чем мне нравится вот эта гитара сделана первой, и в нее вложено столько любви, и, конечно, она никак не уступает американским Stratocaster'ам, на которых я играл, это 100%. Говоря о гитарах Woodstock, можно смело утверждать, что она конкурентоспособна на рынке среди известных, малоизвестных и очень сильно известных брендов мировых, поскольку качество исполнения инструмента на высоком уровне и все комплектующие тоже хорошего качества и ничем не уступают комплектующим на других гитарах, которые мы можем видеть там в магазинах обычных, да? Ну, то, что касается гитар Woodstock, сразу, когда в руки берешь, сразу ощущается, что она добротно и качественно сделана. Очень удобный гриф. По толщине, по удобству. Очень приятно и удобно в нем играть. Вот эта бас-гитара довольно уверенно сидит в пачке, при этом довольно динамический инструмент. Мы используем только самое качественное дерево, которое растет в Украине. Дерево должно иметь определенную плотность, определенную влажность и структуру. Это влияет и на звук, это влияет на ощущение, это влияет на какие-то конструктивные особенности. И, естественно, на внешнее качество. Гитара должна нравиться, поэтому гитара должна быть красивой. В компании Woodstock я занимаюсь уже финальным этапом, конкретно сборочно-отстроечным. Приходят только заготовки. Они окрашены, они уже почти готовы к сборке, но все это как конструктор, но чуть сложнее. Я очень хочу, чтобы на выходе получался играбельный, удобный и конкретный вот вполне инструмент. На сегодняшний день мы занимаемся выпуском классических моделей гитар, разработкой новых дизайнов, а также создаем уникальные инструменты для топовых украинских гитаристов. Мы считаем, что в гитаре важна каждая деталь, поэтому тщательно следим за культурой производства и за качеством каждой выпущенной гитары. Комбинируя компьютерные технологии и ручной труд, мы добиваемся гораздо более высокого результата. Некоторые операции делаются при помощи станка с числовым программным управлением, а некоторые операции могут быть сделаны только вручную. Каждый наш мастер в первую очередь гитарист, и делая свою работу, он прекрасно понимает, как это повлияет на конечный результат. Для нас производство — это творческий процесс, а в любое творчество нужно вкладывать душу. И именно поэтому нам очень приятно наблюдать за тем, как кусок дерева принимает сначала знакомые очертания и шаг за шагом превращается в музыкальный инструмент, который позволяет реализовать музыканту его творческий потенциал. В Киеве на Устоке могут сделать гитару попроще, посложнее. Если ты в состоянии сформулировать потребности свои и сказать, что тебе действительно инструмента надо, мастера на Устоке, не только Семенов, естественно, примет участие, но если говорить про такой custom range, да, там модельный ряд топового уровня Woodstock, мой личный опыт говорит о том, что что попросишь, что тебе сделают. Почему Woodstock? Потому что, в принципе, относительно недорого, скажем так, относительно брендовых инструментов, там, американских брендов или японских брендов, но в то же время по качеству абсолютно не уступает инструмент. Мне очень нравится то, что в нашей стране появились ребята, которые
Слава богу, они не одни. Кто-то делает акустические гитары, кто-то делает вот стратокастеры, телекастеры и гибриды, как делает компания Woodstock. И им за это огромный респект, потому что Семенов так же, как и я, он ребенок. Он играет с этим всем, он заигрывает. Мы каждый раз, как эти два машинки принесли семилетним детям. Они сидят, играются в эти машинки в гитарном доме. Так мы себя ведем. А ты видел? Да, видел какой цвет, да. Видел, какую машинку поставил точно. Какая толщина струн. Вот, поэтому для меня Woodstock прежде всего это украинский бренд гитар, который не уступает ни в коем случае своим каким-то американским аналогам. Я считаю, что делать гитары в Украине – это круто. И мы не боимся быть первыми, мы не боимся экспериментировать и постоянно получаем фидбэк от музыкантов, которые играют на наших гитарах, и это помогает нам становиться все лучше и лучше. И уже сейчас мы вышли на тот уровень, когда мы можем с гордостью представлять наши инструменты на мировом рынке. Тот факт, что сегодня на наших инструментах играет много профессиональных гитаристов и они звучат на больших сценах, дает нам понимание того, что мы движемся в правильном направлении и стимулирует нас добиваться новых и новых успехов.